Гостиничный комплекс, нескучный сад, премиум-класса от федерального застройщика Неометрия. Поговорим сегодня о лучших предложениях курортной недвижимости в городе Сочи. Расскажу вам про гостиничный комплекс «Нескучный сад», который будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Преимуществами покупки номера в гостиничном комплексе «Нескучный сад» является высокая инвестиционная доходность. Ваша доходность в год будет составлять от 2,5 миллионов. В среднем вы будете сдавать свой гостиничный номер, но давать от 18 тысяч рублей в сутки. И окупаемость от 8 лет. А, ребят, давайте поговорим с вами о районе, в котором строится гостиничный комплекс «Нескучный сад». Это Адлерский район. Адлерский район славится тем, что там годичная загрузка. Благодаря чему это происходит? Близость и к Роза Хутор, и к центру Сочи. Также в 10 минутах от гостиничного комплекса «Нескучный сад» планируется строительство Южного рифа. А значит, вы сможете заниматься яхтингом, не выезжая за рубеж. А как вы знаете, Россия сейчас на втором месте по количеству яхт. И поэтому эта локация будет дополнительным центром притяжения людей. Также расскажу вам про сам гостиничный комплекс «Нескучный сад». Территория составляет 4,5 гектара, где 30% – это застройка и 70% – это прогулочная зона. Что будет происходить в гостиничном комплексе «Нескучный сад»? Там будут проходить различные конференции, туда будут приезжать многие деловые люди, так как вы знаете, что в Сочи много проходит мероприятий, и поэтому для того, чтобы загрузка была круглогодичная, люди могут и зимой, и летом не только отдыхать, но еще и обучаться и общаться. А преимуществом данного гостиничного комплекса является огромные два бассейна площадью 720 квадратных метров. Таких бассейнов на территории Сочи крайне мало. И сам гостиничный комплекс строится по нормам и правилам, по всем сводам правил, как должны строиться гостиницы. И что это дает вам, какие преимущества? Это дает вам преимущество в том, что благодаря оператору будет ваш номер всегда заполняться. То есть вы можете приобрести этот номер как для себя, сами жить там, либо вы можете перепродать, либо вы можете его сдать в аренду. Вот такие вот у вас хорошие перспективы. Почему, ребята, хорошо находиться в гостиничном комплексе «Нескучный сад»? Потому что, ребят, вы сможете там сходить в спа-салон, позаниматься йогой, сходить в рестораны, у вас будет 3 вида ресторанов. Также там будет коммерческая недвижимость и торговые площади, где вы сможете сходить в магазинчик и купить все себе самое необходимое. Также, ребят, там у застройщика Неометрия есть целая концепция по нескучному саду, где будет свой нескучный сад в городе Сочи, подобный тому, как он был в Москве, в парке Горького, организованный Николаем Трубецким. И вашим гостям всегда будет не скучно, всегда будет много интересных происходить событий. А еще главной фишкой данного гостиничного комплекса является краснокнижные растения, которые сохранены застройщиком. И сейчас, хотя всего лишь 2 этажа построено, но вы обратите внимание, все кипарисы, туи сохранены. А также специальная российская компания Scape, она будет еще проводить озеленение этой территории, и все это будет красиво, будут многоуровневые прогулочные зоны. А там будет специальное покрытие, которое будет пропускать дождь, например, и корни все будут сохранены. И очень сильно застройщик беспокоится о том, чтобы было максимально зелено и сохранилась и та природа, которая была когда-то. А в советское время на этом месте гостиничного комплекса «Нескучный сад» был детский санаторий «Зеленая горка», ребят. И дети любили там отдыхать. И сейчас до сих пор люди хотят приехать туда и отдохнуть. И очень скоро такая возможность появится и у вас, и у ваших гостей. Все подробности я буду рассказывать вам по телефону. Я оставляю телефон в описании и обязательно узнайте больше про данный гостиничный комплекс, звоните Елене. До встречи, ребята!